Здравствуйте, мои дорогие друзья! Так как мы в преддверии нового 2019 года, мы начинаем переходить на праздничные закуски и салаты. И сегодня буду готовить салат «Долька арбуза». Двести грамм куриного филе нарезаем мелкими кубиками и отправляем в миску. Четыре отварных яйца натираем на крупной терке, добавляем к мясу. 150 грамм твердого сыра натираем на мелкой терке. Немного сыра мы отделим на украшение. Отделим немного маслин для украшения, а остальные нарезаем кружочками. Отправляем в миску. Заправим наш салатик майонезом по своему вкусу. Перекладем это все на отдельную тарелочку, где будем собирать арбуз, и сформируем дольку. Нарежем один помидор мелкими кубиками и приступим к украшению салата. Оставшимся сыром, который мы оставляли, украсим края арбуза. Натираем один огурец на крупной терке и займемся формированием корки арбуза. Три-четыре маслины разрезаем на четыре части и создаем имитацию косточек. Салат готов! Такой салат подается как на новогодний, так и на любой праздничный стол. Удивите своих гостей этим интересным и красивым салатом. Также ставьте пальчик вверх. Кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь. Вас ждет еще очень много вкусных рецептов. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео.